ручьи. Какое сегодня число? Кто помнит? 8 апреля. Корабль на горизонте. Да, давай, аккуратно. Я покажу всем, чтобы все видели, какие очень еще остались огромные снежные сугробы. Необычные. В ручьях на пляже. Обстановка. В таком огромном сугробе стоим. Из песка и снега смерзшихся. Вот такие вот дела. Длинные, высокие на нем. Вдоль воды уреза тянутся валы. И на понимание, хотя пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Установлено. Вот видите, какой огромный сугроб. Это все огромный сугроб такой. Не снимаемая на мозгах людей всех блокировка. Так и хочется искупаться в ней. Да вот страстишки, клипов, записи. С пословицей великой этой. Мне никак не слезть иглы. Кстати, картина сошедшего ледника. Как вам? Ну, как, когда ледник сходил, в принципе, то же самое было. О, как далеко ты бросил. Далеко. Отлично. Это, кстати, в ручьях была компания. Это не просто бутылка. Это какая-то секретная. Моего сына и его друга Кости Малышева. Ты. Начальника пожарной части. У нас сосновый бару. Сейчас я поплыву на ней. Ух ты! Провалился я. Вот второй более низкий голос. Смотрите. На этой неделе. Это Костя. Дай. Малыш. Пойдем. Я выхожу, сын. Спасибо за то, что ты переживаешь. И это он качает. Ты вот сейчас? Да, интересно. Сейчас я ее столкну и поплыву на ней. Никогда такого не приходилось. Ты боишься, что ли? Можете упаду. Кстати, видите, какой камень великан. Все, поднимаюсь. Да, чего-чего, а валунов и в самом здесь городе у нас такой огромный снежный глыбе. Айсберг. Льдине. Что это такое? Сосновоборский айсберг. Ну, как хотите, так и называйте. Да, здесь. Интересная очень прогулка интересно получилась у нас. Очень интересно. Петринки. Идем.